По инициативе депутата Народного совета из фракции «Свободный Донбасс» Андрея Мирошниченко в Донецкий политехнический техникум была доставлена различная канцелярия. Братья-россияне с болью в душе переживают и волнуются о судьбе Донбасса, поэтому всячески стараются помочь решению гуманитарной проблемы. Благодаря содействию гуманитарного батальона «Новороссия» помощь была доставлена в Донецк. Эту канцелярию нам поставили наши российские друзья. Вот. Это люди, дети, которые это все собирали сами. То есть это не государственная помощь, это помощь от наших братьев и сестер, от маленьких, взрослых, ну, то есть совсем от разных. Это и школы собирали, и дети кто-то сами приносили. Для полноценного обучения студентам просто необходимы такие элементарные вещи, как тетради, ручки, карандаши, клей. Поэтому руководство политехнического техникума обратилось за помощью к депутатам Свободного Донбасса, которые незамедлительно поддержали учебное заведение. У нас учатся дети-сироты, дети, которые с необеспеченных семей, не имеют полный состав семьи. Этот груз будет передан правкому студенческому Донецкого политехникума. И, соответственно, уже правком распределит все эти нужные на сегодняшний день для детей, как тетради, так и ручки, для их по использованию, по назначению. Донбасс и Россия неделимы друг от друга. И события сегодняшнего дня в очередной раз подтверждают это. Маргарита Миронюк, Павел Припа, Новороссия ТВ.